Так, погоди, давай сейчас еще раз убедимся. Мне подсказывают, что размер файла должен быть 59 мегабайт, а мы видим 48. Ну, Так, 40, давай, 40, 40. секунду, давай еще раз проверим. Я пока поговорю. Поговорю я о том, что сейчас мы посмотрим тему для БК 0011М плюс Cavox плюс HDD. Vote no atcc.ru/live-voting. Все, можно запускать. Всякий случай будем разговаривать. Раз, два, три. Что-то там происходит где-то. А мы поддержим разговор, чтобы звук у нас не убежал. Так. Прислали нам Сенс. И как все-таки много можно достичь всего из обычного БК 0011. Друзья, я очень рад, что
Наконец хоть кто-то догадался раскрасить это плохое яблоко. И я очень рад, что этим кто-то оказались именно наши хорошие друзья-БКшники. Вот респект за то, что наконец-то хоть какое-то разнообразие среди этого яблочного царства. Спасибо. Да, огромное спасибо, ребята. До последнего ребята работали над своей работой, и все еще как бы финалка на подходе. Так что дождитесь и сможете запускать это на своих собственных БК. Пятая работа. Как